Федорова Ирина Николаевна, ведущий библиотекарь Константиноградовской сельской библиотеки, село Константиноградовка. Корней Иванович Чуковский, муха-цикатуха. Муха-муха, цикатуха, позолоченное брюхо, муха по полю пошла, муха денюжку нашла. Пошла муха на базар и купила самовар. Тараканы прибегали, все стаканы выпивали, а букашки по три чашки с крендельком да с молоком. Нынче муха-цикатуха именинница. Приходили к мухе блошки, приносили ей сапожки. А сапожки непростые, в них застежки золотые. Приходила к мухе бабушка-пчела. Мухе-цикатухе меду принесла. Бабочка-красавица, кушайте варенье, или вам не нравится наше угощение? Вдруг какой-то паучок, старичок, нашу муху в уголок поволок. Хочет бедную убить, цикатуху погубить. Дорогие гости, помогите! Паука-злодея зарубите! И кормила я вас, и поила я вас. Не покиньте меня в мой последний час. Но жуки-червяки испугались, по углам, по щелям разбежались, тараканы под диваны, а козявочки под лавочки, а букашки под кровать. Не желают воевать, и никто даже с места не сдвинется. Пропадай, погибай, именинница. А кузнечик, ну совсем как человечек. Скок, 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 под кусток, под мосток и молчок. А злодей-то не шутит, руки-ноги он мухи веревками крутит. Зубы острые в самое сердце впивает и кровь у нее выпивает. Муха криком кричит, надрывается, а злодей молчит, ухмыляется. Вдруг откуда-то летит маленький комарик, и в руке его горит маленький фонарик. Где убийца? Где злодей? Не боюсь его когтей. Подлетает к пауку, саблю вынимает и на всем ему скаку голову срубает. Муху за ручку берет и к окошечку ведет. Я злодея зарубил. Я тебя освободил, и теперь, душа девица, на тебе хочу жениться. Тут букашки и козявки выползают из-под лавки. Слава, слава комару, победителю!